Мы на месте. Мы приветствуем Валерию. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она кивает, на ней какая-то как чулок полностью одетая. Чулок. Сетка. Сканер, просканируй сейчас Валерию. Отключи эту сетку, выведи ее из биополя. Отключи все сопутствующие с этой сеткой чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки. И все это выходит и зависает перед Валерией. Пошел процесс. Она скованная страхом. От чего? По другой причине или от сетки? Такое ощущение, что у нее каркас вообще как в звезде стоит. Так, давай разбираться. Хорошо, сейчас выведет это все. Пятиконечная звезда с нее вышла, которая в сетке. Звезда в сетке, внутри была Валерия. Звезда в сетке. Хорошо, отправляем эту звезду в сетке, в клетку-тюрьму. Выстраиваю каналы к ответственным. И притягиваю всех ответственных в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме, становятся моими заложниками. Валерия задыхалась от этой звезды. А в клетке что-то черное притянулось. Сними маски. Конечно. Снимаются маски и голограммы. Сущность перестает согласно своему эфирному коду ДНК. Мимикрирует? Да, он меняет. Отлично. Влад, направь на него печать семи архангелов. На счет три даю мощнейший удар. Удар! Открываю над этой клетки поток любви Абсолюта. И поток любви Абсолюта сжигает эту голограмму. Это Драго. Считай цифру этого паразита над головой. 11:23. Хорошо. Драго, ты пришел на свои похороны? Помимо него здесь еще двое, но это, я так понимаю, это роботы его, они как солдаты, черные такие. Ставим маячок, зеленый, красный, органический, неорганический, красный, неорганический. Один полностью красный, а другой зеленый, наполовину красный. Видимо, в нем есть чьи-то био. Частички. Биочастички, да. Хорошо. Итак, Драго, я тебе второй раз задаю вопросы, всего я три раза задаю вопросы. Один раз у тебя уже прошел. Остается два. Что ты здесь делаешь, паразит? Он хочет цивилизованных переговоров. Цивилизованных переговоров. Ты получаешь удар 100 тысяч герц. Удар. Начинаем переговоры. Ты зашел каким образом? Цивилизованным? Вот именно таким образом я с тобой буду разговаривать, паразит. И не тебе здесь ставить условия. Ты пошел, понял. Ты еще не до конца понял. Вот твои роботы это поймут сегодня. То, что робот красный, под ним открывается воронка в галактическое ядро, и он уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Остается один робот. Он их называет пешками. Это хорошо. Всего лишь, они правда напоминают каких-то шахматных фигур. Да, без проблем. Я тебе просто показал, куда ты сегодня уйдешь. Все. Даю команду тонкой копии Валерии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены и низковибрационные энергии в ее биополе. Каналы выстроились, сущности подходят к своему каналу, выстраивая отдельным каналом канал к этой звезде с сеткой. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Валерии. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сколько ты находился в этом биополе со своей звездой, звездоносец и с этой сеткой? Он в ней неделю. 7 дней идет информация. Цель подключки. Сейчас, подожди, вот эти два робота 7 дней, и ее как поджидали, вот эта звезда, она зашла в нее как в пустоту, и они этой звездой ее опустошили, сделали слабой изнутри, она и сейчас слаба. У нее что-нибудь украли? Сканер, просканируй полноту души и всех других параметров, если чего-то не хватает, дай знать. Да, они украли 1% души. Хорошо, мы его заберем. Какая? Она говорит, я как рассыпаюсь на части. Рано рассыпаешься на части, подожди. Только становится интересно. Сейчас разберемся. Сегодня будет кто-то другой рассыпаться на части. Когда я на него одену эту сетку, перепрограммирую эту звезду на отток энергии.
Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Валерия забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Итак, какая цель этой подключки, Драко? Последний раз я спрашиваю. Подчинение. А кто подчинение цивилизации Драко. Ну а кто ты такой? Работа на нас. Да. И клонирование. Вот. Клонирование. Целей много. А вам давал кто-то разрешение на это, ты мне скажи? Вот только один вопрос меня интересует. Мы в процессе договора. Это мне не является аргументом. Процесс договора и договор – это две разные, диаметрально противоположные вещи. Тогда уйди, не мешай нам, и мы договоримся. Я уйду? Конечно, уйду, без проблем, ты договоришься. Сначала со мной. В моих руках мне нужно больше времени. Не-не, в моих руках этот экземпляр нам подходит. Ты реально потерял какие-то границы свои? Ты себя за абсолюта считаешь или как? За всемогущего? Вообще-то мы выше многих цивилизаций. Серьезно? Ну, по знаниям и развитию. А мы, значит, ниже вашей цивилизации по знаниям и развитию, правильно? Правильно. А я могу вас уничтожить, скажи мне, если так тебя послушать? Уничтожить можно любого. А я тебе покажу, как. В моих руках появляется шар живой плазмы. Так вот, Драко, если Валерия изъявит желание в конце этой чистки отдать тебе этот шар, как думаешь, сколько времени пройдет, как я тебе его засуну? Вот... Я понимаю, поэтому начал с этого. Я хочу цивилизованные переговоры. А что ты можешь предложить, цивилизованные переговоры? Что у тебя есть, кроме твоей звезды и сетки? Сколько душ находится под твоим контролем? По-разному. Я не буду в разных стадиях. Я число спросил. Если ты не будешь со мной коммуницировать, на этом заканчиваются все разговоры. Дальше я действую, как я считаю нужным. Ты не в той ситуации, не в том месте, где диктует. Я не одиночка. Я не могу сказать, у меня нет моих личных душ. Я занимаюсь своей работой, вербую. Я вот и говорю, что ты можешь предложить за это? Ты хотел переговоров. Что ты предложишь на переговорах? Тебя уже достали. Достали твои подключки. Ты полностью... Знания. Кому ты знания? Предложу знания. Межгалактической полиции? У них там знания. С кем буду договариваться. Я не думаю, что это будет интересно. Как у нас с реверсом, Вера? А то он такой разговорчивый попался. Итак, сканер просканируй. Еще что-то осталось на... Мы вообще сканирование проводили? Сканер просканируй. Если что-то осталось у Валерии на чистоте этого Драко или что-то другое, чужеродное, выстрои каналы и отправь в клетку тюрьму. Пошел процесс. Драко, ты знаешь, у нее есть меч? Этот меч для тебя смертный. Именно поэтому я здесь. Я же сказала, этот экземпляр нам подходит. Удивляюсь. Это вербовка. Вербовка. Ну да, мы такое тоже проходили в свое время. С цивилизациями ящеров, с цивилизациями греев, с цивилизациями гуманоидов и рептилоидов. Все уже были, все предлагали контракты. Чем это закончилось, как ты видишь? Я точно там с Верой, где и стоял, в этой комнате диагностики. А ты, как и было до этого, и все твои представители будут находиться в этой клетке. Это ты... должна решить она. Хорошо, Валерия. Реши, пожалуйста, хочешь ли ты заключить... Каждый идет своим путем. Вот так вот, слушай сюда, Драко. Перед тем, как входить в нее, у нее нужно было спросить разрешение и согласие. Ты зашел, как преступник, обыкновенный криминальный элемент, без разрешения, залез в чужое биополе и начинаешь здесь диктовать условия. Ты реально... Он ей что-то внушал, он показывает, как на ухо ей шепчет что-то. Ну хорошо, ладно, шептун. Хорошо, даю команду на рассинхронизацию Валерии с этим Драко, его звездой, его сеткой. Пошла рассинхронизация до 100%. Готово. Этот Драко, он говорит, другие не видели, почему ты увидел? Открой секрет. Хороший вопрос. Это секрет. Ты же правильно сказал. Он ищет телепатически. Ну, пусть ищет. Ищи. Наши защиты. Готово. Долго он будет искать. Хорошо. Синхронизируется энергия, вибрации гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Валерия. Мы закончили твою проверку. Ты чистая. Теперь. Как ты себя чувствуешь? Отомстить хочешь, думаю. Ну, разве я могу тебя остановить?
Хочешь свою печать поставить? Для начала меч. Она делает крест возле его клетки. Хорошо. Этот крест заходит, его отбрасывает. Видишь, как бывает драку? Его щемит внутри у него, так же, как у нее опустошенность была. У него внутри сейчас как боль такая, тоска, которую она испытывала. Ай-яй-яй-яй, как же так случилось? Как же ты до такой жизни дошел, драку? Хорошо, ты довольна, Валерия? Нет, она ему печать отправляет. Хорошо, на добрые воспоминания. Пусть он потом созвездие думает. Лиры. Вот так тебе. Ни у кого нет такой печати, а у тебя теперь будет. Хватит с него. Отлично, хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Слушай. Хотел тебе сдать одного драку, 11-23. Установил звезду с сеткой, пытался воздействовать на мою ученицу. 7 дней сидел в биополе, сказал, что у него есть что предложить. Прекрасная находка. С кем он был? Он был с 2 роботами, вернее, один робот был 100%, один робот биоробот. Биоробот стоит в клетке, а один робот, он не дожил до конца этой встречи. У него случился сердечный инфаркт. Робота забираем, драку забираем, остальное уничтожить. Благодарю тебя. Под звездой сеткой открываю воронку в галактическое ядро, и это все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Ее драку осталось. Почему он выглядит как эмбрион? Кто? Драка, он загнулся весь. А, это Валерия дала ему свою печать на добрые воспоминания и благодарность за то, что он вошел в ее биополе, и послала ему свой крест. У нее есть меч, ее оружие, и она пожелала ему вернуть эти же эмоции, которые она испытывала. Понятно. Закон она его полностью вывела из строя. Он как сумасшедший сейчас в твоих мыслях, в пустоте. Я понимаю, он просто получил то, что он посылал, и все, это закон. Здесь ничего такого особого нет, удивительного. Он знал. Забрали. Он знал, куда шел. Отлично. Хорошо, Валерия. Мы закончили твою чистку. У нас остались сейчас 10 вопросов к твоему куратору. И мы сейчас будем приглашать ее в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Валерии. Здесь он. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Валерии. Представьтесь, пожалуйста, как мне обращаться к вам. Так же, как и раньше, мое имя не изменилось. Меня зовут Оскар. Оскар, я приветствую вас. Безусловно, конечно. Очень рад вас приветствовать в нашей комнате диагностики. Мы сегодня проводили проверку. На Валерии пока идут атаки. Мы помогли убрать то, что ей там мешало. У нее 10 вопросов к вам, Оскар. Будете ли вы так любезны удовлетворить ее любопытство? Да, несомненно. Благодарю вас. Начинаем с первого вопроса. Информация обо мне. В этом воплощении, что я воин, и у меня есть своя армия на тонком плане. Это правда? Да, это правда. Ты не просто воин, ты посвященный воин, рыцарь. И у тебя есть своя армия. Ты воин-начальник, полководец. Продолжай. Второй вопрос. Какими знаниями и каким оружием я владела в прошлой жизни? О, как же я могу обобщить все твои знания? У тебя был огромный опыт сражений с разными цивилизациями в разных условиях. И много артефактов, которыми ты управляла. Ты же не думаешь, что ты сражалась мечом, как рыцарь? Надеюсь. Здесь совсем другие энергии и значения этих слов. Артефакты, магия, войны. Здесь совсем все по-другому. Например, твой меч можно называть магический, но это не магия, которую вы привыкли применять на Земле и считаете ее заговором и связью с низковибрационными сущностями или сущими. Есть определенные школы, которых преподают космические артефакты и магию разных цивилизаций. Как я уже сказала, например, как твой меч. Еще у тебя есть медальон, как у меня.
Этот медальон служит тебе щитом. Он может раскрываться до больших размеров и возвращаться в медальон. Это коротко. Благодарю вас, Оскар. Идем дальше. Третий вопрос. Какая цель приезда сейчас в место, где я родилась? Ну, наверное, ты знаешь, что чтобы воскреснуть и воспрять с новыми силами, нужно сперва дойти и оттолкнуться от самого дна. Ты, наверное, удивлена и думала, что пойдет поток энергии, но нет, ты опустошилась при помощи, и плюс еще при помощи сущности попала в капкан. Твоя цель — оценить ситуацию и, как воин, напитаться энергией, но не ненависти и гнева ни в коем случае. Боевым духом, тем духом, который тебе нужен для сражений и защиты тебя, для противостояния таким цивилизациям, как Драго, например. Для укрепления духа? Именно так, воинского духа. Я повторюсь, он не укрепляется на ненависти и гневе. Он укрепляется изнутри, с любовью к земле, к родным. Укрепляется дух, в том числе боевой. Наполнись им, и тогда появится цель, и тогда появится точное знание. Именно за этим ты здесь. Благодарю. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Мое внутреннее желание — вонзить свой меч в землю. Что будет, если я это сделаю? Меч — это оружие. В чем виновата планета Земля? Вонзая, ты причиняешь боль. Хотела бы ты этого? Я так не думаю. Научись регулировать свои эмоции. Как я уже сказал, гнев — плохой подсказчик, и он делает тебя слабее и ведет неправильным путем. Любовь должна быть твоим направляющим вектором. Любовь к Земле, к родным, к планете Земля. Именно из любви должно возгореться пламя и дух. В дух победы над собой, понимание себя. Именно так придет определенная радость внутри, не основанная на ненависти и гневе, основанная на любви, принятии. И путь откроется, путь понимания, зачем ты и куда тебе идти. Я думаю, я ответила на вопрос. Зачитаю его еще раз. Я хочу, чтобы Валерия четко поняла то, что я говорю. Мое внутреннее желание вонзить свой меч в землю. Что будет, если я это сделаю? Вы, кажется, полностью ответили на этот вопрос. Я все понял, например. Ты причинишь боль. Незаслуженную боль. Почему я объяснил? Благодарю вас. Продолжай. Пятый вопрос. Какой силой он еще обладает, мой меч? Твой меч живой. Он обладает силой, которой обладаешь ты. Поэтому тебе нужно сбалансироваться и зарядиться любовью. Только так меч будет выполнять правильные действия. Если ты будешь действовать от ненависти и гнева, это приведет тебя к очередным предложениям контракта, потому что ты слаба, и внутри тебя негатив и боль, которую ты видишь вокруг. Твой меч подчиняется тебе. Но для этого, как я уже сказал, твоя внутренняя наполняющая должна быть состоять из любви. Ты всегда принимаешь боль. Но если в тебе будет любовь, которая будет разгораться, тебя не будет трогать эмоционально эта боль. Потому что внутри тебя живет любовь как эмоция. И эта любовь может помогать уменьшить чужую боль, но ни в коем случае не принять боль внутрь тебя. Понимаешь меня? Ты должна найти эту любовь внутри себя и расширить до таких пределов, что чужая боль почувствует твою любовь. Твоя любовь может уменьшить эту боль, а ты делаешь наоборот. Ты впитываешь чужие эмоции вместе с болью. Чувствую все это. Ты всасываешь, а нужно раскрыться.
Как большая искра, как большой цветок, как твоя суть. Именно для этого ты в этом месте сейчас. Увидеть все, что ты любишь, и вспомнить эту любовь, прочувствовать внутри себя. Как я уже сказал, твой меч работает от твоих эмоций. Какие они у тебя внутри, туда ты и направляешь его. Поэтому бойся твоих эмоций. Помни о любви и позитиве. Он раскроется больше, когда ты будешь стабильна. Благодарю. И я благодарю вас, уважаемый Оскар. Шестой вопрос. Как мне чувствовать и понимать свою тонкую копию, когда я работаю в трансе и в самогипнозе? Твоя тонкая копия – это и есть ты. В чем состоит вопрос? Ты направляешь свою тонкую копию в самогипнозе. Также в трансе ты должна синхронизироваться со своей тонкой копией. Вы всегда синхронизированы, и у вас всегда есть связь. Понаблюдай в следующий раз со своей парой. У вас обязательно идет небольшая ниточка энергии от физического тела к тонкой копии. Синхронизируйся со своей тонкой копией, чтобы ее понимать. Она не живет без тебя, она живет с тобой. Вместе, синхронно, гармонично. Это и есть ты. Благодарю. И я благодарю вас, уважаемый Оскар. Седьмой вопрос. Где во сне у меня уязвимое место, где я не дорабатываю? Сердечная чакра. Как я уже сказал, ты впитываешь всю боль в себя и переживаешь. И если там будет любовь, к тебе не подойдут многие цивилизации. Любовь, как лепестки цветка, закрывает тебя своей броней. Боль же притягивает. Космические хотят избавить тебя от нее, а нижние хотят играть на этой боли, забирая эмоциональные, энергетические всплески. Сердечная чакра, как я уже сказал. Благодарю вас, Оскар. Идем дальше? Да. Восьмой вопрос. Какими практиками мне заниматься, чтобы синхронизировать свою душу, разум и тело? Это очень интересный вопрос. В первую очередь тебе нужно принять свое тело, послушать свое тело, что бы ему хотелось. Послушай каждую клеточку, сядь в тишине и обратись именно к телу. Старайся, чтобы ум был отключен. Разговаривай с телом, какие у него претензии, какие у него точки слабые, те, которые ты не любишь, и те, которые ты не замечаешь. Поговори со своим телом, но слушай ответ сердцем, не включай ум. Ум всегда нам пытается донести что-то свое, протолкнуть какой-то страх или аксиому. Не слушай ум в этот момент. Слушай тело, слушай сердце. И только потом подключай ум. Таким путем ты соединишься в одно целое. И процесс гармонизации, циркуляции запустится. Благодарю. Благодарю вас, Оскар. Девятый вопрос. Как мне наладить связь со своим домом, с созвездием Лиры? Я приглашаю тебя на созвездие Лиры. Когда у тебя будет время, свяжись со мной, и мы сможем посетить его. После этого у тебя будет всегда доступ, и ты сможешь исследовать по возможности. Там же ты будешь получать определенную информацию по мере своего роста. Как связаться с Лирой, я говорила раньше. Энергиями Лиры, но сейчас у тебя больше возможностей. И я уже сказал, и я приглашаю тебя на созвездие Лира. В какой-то момент, если у тебя не будет времени посетить созвездие Лира, секунду, сформулирую по-другому. Дело в том, что тебе еще много чего нужно сделать. Внутри себя разобраться и соединиться с телом,
душой и умом, научиться управлять своей любовью внутри себя, полюбить себя и то, что ты делаешь. В какой-то момент ты услышишь зов Лиры. Это будет такой зов, что ты не сможешь больше находиться в той точке, где ты услышала, и тебе нужно будет срочно переместиться туда. Но если ты хочешь посетить Лиру раньше, я приглашаю тебя. Ты увидишь этот свет, ты увидишь, как расположены звезды, созвездия, и получишь определенную информацию. Благодарю. А также родные энергии своего родного созвездия. Это незабываемые впечатления. Могу только от себя добавить, когда мы были вокруг на моей планете, на Плеядах, в моем созвездии. Я такой получил заряд энергии, что это вот сразу переключило на другую частоту. Незабываемые впечатления. Это то, о чем я говорил. Ты посетил Плеяды по приглашению, а Вера услышала зов. Гипербореи в тот момент, когда он произошел. Это две разные вещи. Это то, что я описал. Благодарю вас, Оскар. Не хотел ни в коем случае отклоняться от нашей темы. Идем дальше. Я просто привел пример. Я понял, безусловно. Благодарю вас. 10-й, последний вопрос. Я иногда вижу в своих руках огромную энергетическую силу. Что это за сила и что она может сделать как в физическом мире, так и на тонком плане? В первую очередь научись гармонизировать эту силу. Она не должна находиться в одном месте, например, в руках. В одном месте она находится только в одном случае, когда тебе нужно полностью сконцентрироваться и бросить огромные силы в одно место. Это твои энергии, энергии любви, которые связаны с энергиями созвездия Лиры и твоими внутренними энергиями полководца. Они находятся внутри тебя. Научись гармонизировать их, чтобы они растекались полностью сбалансированно по всему твоему телу, затрагивая каждый энергетический центр, чтобы ты была полная этими энергиями равномерно. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Оскар. Вопросов больше нет. Если вы хотели от себя что-то добавить сейчас, был бы самый лучший момент. Я лишь хочу добавить, что это прекрасные вопросы, и я был очень рад ответить на эти вопросы. Благодарю вас за эту встречу и за недопущение контракта с цивилизацией Драги. Да, это, безусловно, такой был очень такой опасный фактор, но мы все решили. Вы знаете нашу традицию, уважаемый куратор Оскар. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок. Знак благодарности за его помощь, за его ответы своей подопечной и, безусловно, на добрые воспоминания. Да, мне очень понравились эти энергетические шары, и я с благодарностью приму их. Благодарю вас. В очередной вас. Раз. Благодарю вас за эту встречу. До скорых встреч. Оскар, привет созвездию. Лира от нас. Мы рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. И поможем им в их развитии. Всем наилучшего. До новых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо. Валерия, мы закончили встречу с твоим куратором. Ты получила все ответы. Все поняла? Да, интересная информация, буду перерабатывать. Отлично. А сейчас будем возвращать тебя назад в твою систему биоробо-душа, чтобы все эти энергии и знания перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Валерии в ее систему биоробо-душа, заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она миндалион показывает. Как он выглядит? Он на цепочке, и он в области сердечной чакры круглый. Скорее всего, там печать Лиры. Хорошо. Пусть не забывает его активировать, когда заправляется энергиями. Хорошо. Отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. И не надо его активировать, иначе он сожжет ее.
Он работает по-другому, его активация, как сказал куратор, он расширяется и опять щитом становится. Превращается в медальон, да. Хорошо. И это передадим. Я на месте.